Четвертый год подряд сотрудники областной детской библиотеки проводят развлекательные мероприятия для детей. В этом году они подготовили акцию «Пушкинский день». Мероприятие посвящено дню рождения великого русского поэта. Зрители костюмированного представления – маленькие пациенты Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Елизарова. Сегодня день рождения великого поэта Пушкина. Сегодня мы будем смотреть его сказки. Ребята смогли окунуться в настоящее путешествие по волшебным сказкам. С радостью выполняли задания, разгадывали загадки и заглянули в золотой сундук с кладом. Очень интересно детям это посмотреть. В больнице скучно, болезни. Вот мы пришли посмотреть сказки. Отвлечься немножко. В этот день маленькие пациенты и сами становились героями сказок великого поэта, приводя цитаты из известных и полюбившихся произведений. Эти сказки всегда актуальны, всегда интересны. С самого раннего детства мы читаем своим детям. Дети, конечно же, любят различные тайны и волшебство. И в сказках Пушкина очень много такого. Вернувшись из сказок, дети получили красочные журналы, сладкие призы и подарки. Остались очень довольны игрой актеров и не хотели их отпускать. Деткам очень нравится, они всегда охотно участвуют в наших мероприятиях, всегда идут нам навстречу, и мы рады подарить им хорошее настроение. Жанна Карманова, Дмитрий Тихонов, Лидия Кагородцева, информационное агентство «Курган.ру».